Здравствуйте! Магазин Lyuchets.ru «Серебряное украшение». Сегодня у нас новиночки от завода «Циркон». Это еще декабрьское поступление. Не успели мы его записать перед Новым годом, но хочу вас порадовать. На «Цирконе» сейчас роскошного совершенно цвета идет родонит. Вот у нас осталось прям три комплекта. Посмотрите, красивейшего совершенно цвета. Для тех, кто любит такие арбузные оттенки, прям это ваш шанс, потому что не всегда идут. Потом камни закончатся, и кто-то захочет, но их уже не будет. Значит, артикул на сайте смотрим 17,49. Все они будут в новинках января. Размер 18,5 у колечка. Ну, камень прям красивейшего цвета. У серёг у нас обыкновенная швенза. Совершенно чуть-чуть занижен крючочек. Здесь такая у нас геометрия классика. Крупный достаточно комплект. Прям безумной красоты камень. Я говорю, посмотрите, прям арбузная такая мякоть, да? С разными оттенками, с разными полутонами. Ну, в общем, очень красивый, насыщенный, яркий цвет. Если кто-то ищет такой, прям это ваш шанс. Еще один красивущий, тоже арбузный такой родонит. Здесь, посмотрите, с зелеными прожилочками, с такими болотного цвета прожилочками. Артикул на сайте 14,79, 17,5 колечко. Шинка у кольца, видите, здесь немного разорвана. То есть она позволяет колечку очень плотно садится на палец, и оно как бы вот на нашу кожу располагается так и не заваливается. У серёг обыкновенный английский замочек. И красивущий арбузный турмалин с вот такими вот оттенками. Причем при установке, посмотрите, мастера как грамотно подобрали, да, то есть вниз посадили более тяжелый цвет, чтобы ощущение тяжести уходило у вас вниз, чтобы мы смотрели, и у нас центр равновесия как бы не терялся. Очень красивые камни, кто любит крупные украшения, классика, и очень, я говорю, прям завораживают цвет. Еще один комплект, было у нас их очень много, были они всех цветов, и осталось у нас вот одно колечко и подвеска. Все было, все цвета. Здесь тоже родонит 19,5. Посмотрите, специально ювелиры отработали так, чтобы цельный натуральный камень, вам виден хорошо срез и видна тыльная сторона. Прям такая вот этника в своем хорошем понимании. Посмотрите, крупный камушек с такими ростами, тоже очень интересный родонит. Вот, казалось бы, три камня, все родониты, насколько они разные. И вот такая подвеска. Здесь камни всегда не повторяются, они индивидуальные. Вот у нас были все комплекты, все с совершенно разным окрасом. Осталось вот, кстати, это, между прочим, половиночка похожа. В общем, похоже по рисунку камню, поэтому, естественно, брать надо лучше комплектом, потому что к такому камушку вы вряд ли когда-то себе подберете пару. И под этот круг прекрасно подойдут обыкновенные серебряные конго. Замечательно, вы добьете комплект, и будет у вас очень это гармонично смотреться. Еще один наш любимый комплект, очень много у нас его покупают. Здесь у нас, посмотрите, какой чароид. Специально вот этой стороной поворачиваю к вам колечко, чтобы вы посмотрели и насладились таким великолепным чароитом. На сайте мы смотрим артикул 2261, размер 18,5. А, предыдущая я не показала. Подвеска 752. И серьги. Опять же, они у нас длинные. Опять же, натуральный чароит великолепного сиреневого цвета. И посмотрите, поставили они такие голубоватые, лавандовые фианиты и розовый аметист. То есть сделали такую, добавили немножко к этому комплекту, мне кажется, такой нежности и романтичности за счет такого легкого оттенка, как бы, да, сиренево-розового. Немножко его сделали мягче, приглушили так. Не стали делать таким резким и очень насыщенным. Чароид великолепный, поэтому рекомендую насладиться этим комплектом. Замочек у сережки обыкновенный английский, хорошо застегивается. Центр тяжести, естественно, держит. То есть вот такой великолепный комплект с чароитом. Дальше мы смотрим в стиле старых украшений. Комплект называется «Винтаж». На сайте мы смотрим артикул 178. Кстати, 20 размер, не так часто они бывают в таком размере. Чароит уже уехал, остался нефрит. Смотрите, красивущая работа. Здесь у нас техника идет филиграни немножко, да, есть, вот видите, элементы. И сережки, они не тяжелые, опять же, мочечка прикрыта, прокол ваш будет полностью прикрыт, открывается сережечка вот так, поэтому для тех, кто любит такую российскую классику, старину такую, немножко в старинном стиле, пожалуйста, прекрасный, по центру я немножко колечко одела, вот такой прекрасный вариант.
Дальше еще один очень интересный комплект. Камень называется тулит. Первый раз мы такой получаем. Опять же, видите, такое малиновое варенье со сливками. Можно его так назвать. Сам комплект, артикул 18.02. Так, размер какой? 18.5. Очень мне нравится этот комплект. Такой он прям стильнявый. Посмотрите, как смотрится. И с какими бы камнями он ни был, он всегда смотрится очень эффектно. И здесь прям очень интересный тоже камушек. Застежка обыкновенная английская, несколько крючок занижен, то есть немножко ваши ушки будут прикрыты, мочка-то полностью, прокол будет прикрыт, немножко от завала. Посмотрите, на темненном серебре вот эти вот такие пятна леопардовые, малинового варенья с взбитыми сливками. Интересный комплект, интересный камень. Опять же, камушки завальцованы, ничего не будет портить вашу одежду, то есть вы не зацепите ни шарфик, ни кофточку. Еще один комплект тоже очень интересный, такой здесь либо под каменные какие-то, либо под леопарда, либо под тиснение такое, камушек вставлен, видите, серебро, 19.5 нефрит. Ну, 19.5, у меня полный палец, на полный палец, мне кажется, очень приятно смотрится. И коралл натуральный 18. Обратите внимание, здесь у нас коралл натуральный, естественно, он слегка подтонирован. Но камень очень красивого такого кирпичного оттенка. Я возьму тогда коралл посмотреть. Смотрите, швенца несколько приподнята, крючок занижен. То есть, опять же, прокол у вас будет как бы спрятан. Достаточно широко открывается. Совершенно не тяжелые сережки. И очень, мне кажется, эффектно вот это сочетание такой тисненной кожи. Ой, не кожи, а тисненного серебра. 18.26 артикул. И вес у сережек у нас 12 грамм, то есть по 6 грамм на ушко. Совершенно они не тяжелые, среднего как раз размера, то есть прям подходящий вариант, да, на каждый день. К ним есть вот такая подвеска. У коралла подвесочку уже забрали, у хризопраза она еще осталась. Артикул у нее, посмотрим, 18.26. Видите, ушки для того, чтобы одеть цепочку. В принципе, достаточно толстая цепочка. Даже с таким средним карабином сюда может встать. Вот такой вариант. Кстати, в миксе тоже интересно смотрится. Еще один вариант. Завод Циркон выпустил новинку, которая прям в таком стиле. Первый раз они такое выпускают, но очень она интересна. Опять же, коралл у нас забрали, но колечко я вам покажу. Посмотрите. Вот такое текстурированное серебро с таким мерцанием, с такой легкостью, воздушностью, словно ткань сложили. Да? Смотрите. Мне кажется, очень эффектно смотрится для тех, кто любит новые течения, новые, в новом стиле украшения. Камень здесь очень органичный, не такой он крупный, не так сильный, он дает только маленький-маленький акцентик. И пластиночка гладкого серебра тоже такая, добавляет изюминки. Сережки у нас обыкновенная французская петля, застегивается вот на такой крючок, то есть для тех, кто любит такие сережки, они обычно садятся практически на любой прокол. Опять же, можно повернуть камушком, видите, красиво как переливается, и можно повернуть вот этой глянцевой серебряной деталью. Так, пожалуй, красный я сниму, колечко мы оденем куда надо. Посмотрим его, так сказать, в полном наборе. Смотрите, вот такое эффектное украшение выпустил Циркон. Порадовал нас перед Новым годом. И к нему у нас есть колье. Колье тоже смотрится. Посмотрите, вот этот изгиб, он плавно проходит через всю линию колье. Опять же, на каучуковом шнурке. То есть это позволяет колье держать в вырезе, в декольте женского вот так форму, не проваливаться. И мерцание вот этого авантюрина, мне кажется, очень хорошо поддерживает текстуру серебра. Очень эффектно на фоне декольте, мне кажется, будет смотреться. Причем его можно надеть как на водолазку, и подойдет оно, ну, практически к любому стилю. Очень интересная работа. Прям, знаете, хочется вот так вот. Вот мне хочется лично руками постоянно трогать, так смотреть на него очень приятно. Видите, перепады цвета. Есть такое в нем что-то чарующее. И заставляет его смотреть, на него смотреть. Еще один комплект. Жалко, что сережки мы все продали, и все цвета тоже продали. Артикул на сайте 18.52. Обязательно закажем еще. Колечко у нас 18 размер, но за счет тоненькой шиночки я его на 18.5 приятно примастила. В таком же стиле были серьги.
И вот посмотрите, такая брошь. Причем брошь выполнена как брошь-кулон, то есть можно ее носить в двух вариантах. Застежка самая обыкновенная, которая практически никогда не ломается, ничего с ней не происходит, видите. То есть такое употребимое по стилю, мне кажется, очень такое рационально продуманное украшение, которое подойдет практически к любому наряду. Строгость, асимметрия, две текстурные формы серебра, завальцованные гладко камушки. То есть очень интересная такая геометрическая работа. Ну вот такой первый небольшой видеообзор серебряных украшений от Циркона. Полностью все их увидите на сайте. Можете зайти по бренду Циркон и посмотреть там все украшения. Всего хорошего. Увидимся в следующем видео.